Каждое движение или поддержка отрабатывается сотни раз. Команда по эстетической гимнастике «Сура» – один из лидеров этого направления в Пензенской области. За плечами у девушек немало соревнований, но на грядущем турнире они впервые попробуют себя в категории «Студенты». Несмотря на это, они рассчитывают попасть в призы, тем более, что будут выступать перед домашними трибунами. Посмотрели, подготовились. Работаем еще сильнее, чтобы быть достойными конкурентами. Как мне кажется, на домашней арене еще тяжелее выступать, чем не дома, потому что здесь будут рассмотреть все родные, нужно будет еще больше стараться, чем мы обычно. Бороться за победу на грядущем турнире будут спортсменки из более чем 25 регионов страны. Пензенские гимнастки выступят во всех категориях. Так, на первенстве России наш регион представит команда «Триумф». Сейчас у нас новая программа, которую мы составили этим летом. Поэтому мы, получается, работали над ней совсем немного, но со всеми усилиями. Мне кажется, она раза в два сложнее. Параллельно на пензенском паркете будут проходить сразу 4 турнира в различных возрастных категориях. Это чемпионат и первенство страны, всероссийские соревнования среди студентов, а также среди самых юных девочек. Национальная федерация эстетической гимнастики впервые доверила их проведение Пензе, поэтому ожидания от наших девушек высокие. Они готовы выступать достойно, быть на пьедестале. Вот. Все как спортсмены мы суеверные, поэтому желаем просто всем спортсменам удачи, потому что после столь долгих перерывов сейчас очень сложно войти в форму. И сейчас вся страна и вообще весь мир, по-моему, в спорте очень сильно потеряли. И вот мы сейчас стараемся все это нагонять. Первыми в борьбу за медали вступят младшие возрастные категории. Они покажут свое выступление 9 и 10 октября. А 11 и 12 числа за звание сильнейших в стране поспорят старшие девушки.